В Одесской области на границе с непризнанным Приднестровьем полиция совместно с погранслужбой поймала контрабандистов с грузом сигарет общей стоимостью 2 миллиона гривен. По данным следствия, организовал преступный бизнес бывший пограничник вместе со своим другом-одесситом. В Приднестровье по низкой цене они покупали подакцизный товар, переправляли тайком через границу и здесь, в Украине, продавали уже с наценкой. Микроавтобус злоумышленников правоохранители задержали в тот момент, когда машина с сигаретами как раз въехала на территорию нашей страны. Интересно, что у подозреваемых был изъят прибор для ночного видения. Его они использовали, чтобы в темноте передвигаться на авто с выключенными фарами.